Да, вопрос такой интересный. Когда мне было легче? Вот я там то добился, там это самое. Вот, когда было легче. Хорошая. Ну подождите, сейчас мы. Вот когда мне было легче. Ну вы знаете, наверное. В раннем детстве. Трудно. Потом что такое легче? Счастливое время. Реализовать то, что вы забыли. Это те цели, которые мы шли. В этом плане. Ну, вы знаете, когда ты в детстве работаешь, пусть в каких-то стесненных обстоятельствах, нет у тебя там, каких-то сверхусловий для работы, да, это. Но есть одно, понимание твоих близких, окружающих тебя, потому что мне никогда никто, ни мама, ни отец никогда не делали замечаний по поводу того, что там вот ты тут вот разложился или ты вот там пишешь. И это сам, потому что, понимаете, для меня самое главное, когда я отдыхаю, это когда я пишу. Вот если мне бы дали писать, только этим заниматься, мне все остальное совершенно не нужно. Вообще не могу. Вот это мое счастье. Я этим могу заниматься круглосуточно. Ну, как бы, у каждого есть какое-то, такое большое любимое дело, которым вы можете заниматься часами. Вот, наверное, это вот, но я этим живу, вот, понимаете, как дышу, как чего. Вот, и в детстве это всегда легче. Потому что есть понимание, есть какая-то защита, ты не имеешь той меры ответственности, которая появляется старше. Вот понимаете, как вот сейчас там мне сидит еще академия, гигантская, ну вот школа, у нее есть уже какой-то механизм отлаженный. А академия — это монстр, который надо поднимать. А там проблема и кадров, и того, и того. Я с одной стороны, вот мне это не нужно, вот мне самому это не нужно, но я понимаю, я не могу это бросить. Вот ты этого породил, вот такого, ребенка не зовешь, конечно, такое существо породил, и ты должен как-то, вот понимаете, как-то его передать, вот как-то это делать. А это, конечно, мешает, и мешает, и времени нет, и люди пользуются иногда каким-то своим добротой, расположением, доверием, многие не выполняются, тебе приходится замечать вообще различные вопросы. Людей не хватает, тех, которые бы, где-то профессионально сделали бы, полуслова понимали что-то, а где-то просто добросовестно выполняли свои обязанности. Это тоже трудно. Потому что ты понимаешь, что ты за все отвечаешь. Несешь вот персональную ответственность. Ты должен это сделать хорошо. И знаю там масса недостатков, там косяков и всего прочего. Вот это, конечно, очень тяжело. Вот. Сейчас это тяжело. Очень трудно. Вот. Но все.